Привет, зритель! Все о нашем здоровье на одном канале. Ставим лайки и поехали! Пищевая сода – самая универсальная вещь. Она поможет не только очистить плиту или грязную посуду, но и вылечить массу неприятных заболеваний. Это не учитывая ее прямого назначения. Сегодня мы будем говорить о полезных свойствах соды для организма, ведь они поистине поразительные. Вот зачем нужно пить соду натощак и почему это так полезно. Восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Из-за неправильного образа жизни и режима питания у многих людей наблюдается ацидоз – смещение кислотно-щелочного баланса в сторону кислотной среды. Подобное нарушение вызывает изжогу и приводит к размножению различных бактерий, вследствие чего возникает гастрит и язва. Именно сода, принятая утром натощак, способна предотвратить появление таких неприятных болячек и служит отличной профилактикой гастрита. Налаживает обмен веществ. Ко всему прочему, сода очищает кишечник, выводит из него шлаки и токсины, налаживает метаболизм. Благодаря соде ткани наполняются кислородом, предотвращая его дефицит. Способствует похудению. Многие люди пытаются избавиться от лишнего веса, и они наверняка будут рады узнать, что в этой борьбе может помочь обычная сода. Почему так происходит? Все просто. Потребление соды с водой приводит к снижению аппетита и расщеплению жировых отложений. К тому же сода мягко выводит из организма вредные вещества, что помогает лишнему весу уходить. Да и чистый организм переваривает пищу в разы лучше, что способствует похудению. Помогает предотвратить онкологию. Бытует мнение, что этот простой белый порошок активизирует защитные свойства организма и снижает вероятность возникновения новообразований. Это всего лишь теория итальянского врача, которая так и не была полностью доказана. Тем не менее, она имеет право на жизнь. Улучшает общее состояние организма. Небольшой курс приема соды способен улучшить общее состояние организма. Умеренное употребление раствора гидрокарбоната натрия оказывает благотворное воздействие на лимфатическую систему, повышает иммунитет, происходит мягкая очистка, после которой все системы организма начинают работать так, как нужно. Чтобы получить результат, соду нужно правильно принимать. Половину чайной ложки соды раствори в стакане теплой воды. Принимай раствор перед завтраком. Можно добавить еще один прием перед обедом, но усердствовать не стоит. Пить соду нужно небольшими курсами. 3 дня пьем, 3 дня перерыв. Продолжительность общего курса определяй по своему самочувствию. Некоторые приверженцы рекомендуют употреблять соду всю жизнь. Почему натощак? Потому что при попадании в организм сода смягчает действие сильных кислот, которые вырабатывает желудок после принятия пищи. Таким образом, сода приводит желудок в норму. Многие диетологи одобряют употребление соды. Но чтобы не навредить таким лечением организму, следует в период этой терапии перейти на особенную диету, исключив жареную пищу и увеличив физические нагрузки. Как у любого лекарственного средства, у соды есть свои противопоказания. Нельзя употреблять ее, если у тебя пониженная кислотность желудка, гастрит, язва, сахарный диабет или алкалоз. Строго запрещается принимать соду беременным и кормящим женщинам, а также людям с аритмией, склонностью к отекам и индивидуальной непереносимостью двууглекислого натрия. Также для того, чтобы сода приносила пользу, необходимо принимать ее правильно. Общие правила таковы. Пить содовый раствор нужно натощак за 30 минут до еды или через 1-2 часа после. На стакан теплой воды или молока следует добавить 1/5 чайной ложки соды. Со временем дозу можно повысить до половины чайной ложки. Раствор принимает по 2-3 раза в день, не чаще. Если соблюдать эти простые рекомендации, то гидрокарбонат натрия точно не принесет тебе никакого вреда. А снижение кислотности – это в любом случае хорошо. Понятное дело, что не все эти болезни можно диагностировать самостоятельно, поэтому перед началом приема соды нужно обязательно проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Береги себя и свое здоровье. А как ты относишься к лечению содой? Делись с нами в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроум на страничке в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!